супер гуд. Мне вообще они не интересны, я не хочу с ними разговаривать. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Великая компания. Кто-то, у кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Блять, я заплакал. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствовал. Круто! Да это ж круто! Да, мне было страшно. Но я это сделал. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну знаешь, выродок-то откуда-то такой. Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Мне 34 года нашей дружбы, куда деть? Я реально прихерел. Сомнительно, но окей. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивны. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Ну, это пиздец какой-то просто. Ну, сколько можно? Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получить. It's okay. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм.